Фонтан Дружбы Народов является не только главной достопримечательностью, но и самым популярным местом встречи как у москвичей, так и у гостей города. Фонтан символизирует дружбу 16 союзных республик, и здесь они представлены в виде 16 женских статуй. Мы спросили у посетителей ВДНХ, знают ли они что-то о легендарном фонтане и могут ли среди этих статуй найти азербайджанскую красавицу. Совершенно не знаем ничего, приехали и случайно обнаружили эту красоту. Сами бы с удовольствием послушали. В каждой республике там находится одна девушка в национальной одежде. Значит, архитекторы или кто там пытались сделать его подешевле, да, Сталин дал команду, что у нас денег не хватит уж на этот фонтан. И благодаря Сталину вот такой красивый фонтан. Его недавно только сделали после реконструкции. Я до этого была, он был, конечно, в очень таком плохом состоянии. И павильон Украина тоже был в очень плохом состоянии, сейчас его просто не узнать. Ну, приятно смотреть, что так вот все обновляется и становится красивым. А можете по нарядам и по атрибутике определить, какой республике принадлежит вот некоторые статуи, например? Можно попробовать. Так, вот эта женщина таджичка, с хлопком она стоит, это явно не узбечка по национальному. Вот эта вторая женщина, скорее всего, узбечка. Я знаю Таджикистан, девушка из Таджикистана, с хлопком в руках. Я думаю, это Азербайджан, а остальные я не вижу так хорошо. Украина, я думаю. Виноград – это Грузия, хлопок – узбек. Ну, это, наверное, что-то ближе к Белоруссии. Мы сейчас сделали бы кружок, обошли бы, посмотрели всех, тогда я смог точно сказать. Это кто-то или белорус, или русский. Это какая-то прибалтийская, я смотрю, там, да? Вон в шапочке. Дальше я пока не вижу. Кто... Вон, а то узбечка с косичками, это точно. Это надо просто присматриваться. Вот это вот стерлядь, насколько я знаю, эти вот рыбки, которые выплевывают воду. Вы могли бы нам помочь найти среди этих статуй азербайджанскую девушку? Ну, если только по красоте искать, это надо обходить, наверное. Но я думаю, вот это может быть. С виноградом? С виноградом, да, это явно не азербайджанская, наверное, Молдова. И которой, как она, на голове называется правильно? Челма, не челма, как она правильно называется? Вот. А вы думаете, какая? Я думаю, вот эта девушка. Но я не знаю, что она держит. Виноград, возможно. Азербайджан можете определить? Азербайджан, мы там жили. А вот определить, пожалуй, мать, ты узнаешь Азербайджан? Чуть национальную одежду не знаю, хотя мы в Баку прожили несколько лет. Но с этой стороны или нужно весь фонтан обойти? Подсказка с этой. Наверное, это... Ну вот это, наверное. Вот раз, два, третий, как бы, получается. С виноградом. Наверное, да, с виноградом. Вот это... Вот, виноградина. Нет, это не виноградок, это хлопок, наверное. Нет. Да? Я так далеко не вижу. Ну, наверное, вот эта девушка с косичками двумя, да, в шапочке. Да, чтобы возле украинки. Наверное, скорее всего. По крайней мере, мне так кажется. Вот это. А вот и нет? Нет. Попытка номер два. Тогда он либо так, вот скорее всего, может, крайняя самая. Нет, попытка номер три. Позор. Не знаю, сдаюсь.